Наш отдел занимается культивированием культур клеток для дальнейшего их использования, для репродукции вирусов и для получения опытно-промышленных серий вакцин, которые мы в последующем применяем для животных и проводим широкие испытания эффективности их. Также мы участвуем в написании досье, в последующей регистрации данных вакцин. А наш коллектив принимает участие в обучении других специалистов культивированию культур клеток и вирусов и внедрением новых разработанных вакцин на наше производство. Совместно с коллегами с других цехов производства мы на данный момент внедрили и разработали вакцину против цирковируса свиней, инактивированную эмульгированную циркостоп, маркированную вакцину против болезни Ауески, инактивированную, эмульгированную и сухую живую. На данный момент перед нашим отделом стоит задача в разработке актуальных на рынке вакцин. Как, например, сейчас мы занимаемся разработкой вакцины против инфекционного ринотрихеита, парагриппа, вирусной диареи и респираторной синсальной инфекции КРС и классической чумы свиней. Перед нашим отделом стоит очень важная задача – это создание качественных вакцин, которые будут обеспечивать защиту животных и соответствуют нормативным документам препаратов.